Здравствуйте, с вами Лилия Бочкон, издательство ВСБ. Наш репортаж из Замбии. И мы приехали посмотреть, как живут местные жители. Мы на вот этой лодочке приехали по Замбези. И первое, что мы увидели, это такой навесик, под которым обычно стирают белье. И сверху солнечная батарея. Она пристегнута такими замочками, примерно как мы велосипеды пристегиваем. И вот солнечная энергия получается уже здесь. А я все жду, когда в Киеве она станет подешевле. Эта солнечная батарея ни разу еще не применила, но очень-очень хочу. Вот собачка. Собачек вообще таких, чтобы бегали по улице, мы видим мало. Может быть, даже это первое. В основном, как у нас кошки-собачки, у них обезьянки. Сидим мы в нашем лодже, а обезьянка так прых-прых-прых, сахарочек возле кофемашины, цап, и побежала. Мы едем с девушкой, которая нас обслуживает на кухне. Принцесс, may I make a video with you? All right, hello. I'm making like a vlog in Ukraine, and this is Princess. Hello, yes. My name is Precious. Princess. Yes, yes, Princess. Yes. And you look like a movie, yes. Princess and Frog. Sure, yes, it's a movie. Yeah. Do you have internet at home? No? No. No? No, internet. Internet. Maybe. No, I'm using WhatsApp. Mm. WhatsApp. Yes, WhatsApp. Mm-hmm. Yes. Okay. Yeah, so can you see movie from computer? Computers. Yes, I normally see the movies. Uh-huh. On TVs. So yes. Try to find Princess and Frog. Oh, sure. Princess exactly like you. Oh, are. Yeah. Find out. Yeah, yeah. Hello. So Princess, she has a day off. Do you live in this village where we are going now or not? Yes, my family live in this village, but I am living in Kazungula, but my whole family is living in here. Uh-huh. So you're yes, going me to and your... my husband are going they are living in Kazungula. Uh-huh. So that's where I'm going. Ага. Окей. Yes. Yeah. Okay. Ну, до следующих репортажей. Пока. С вами была Лилия Бочкон и Принцесс. Bye-bye. All right, bye-bye.